каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Граждане могут получить льготный кредит на приобретение деревянных домов заводского изготовления до конца 2020 года. Правительство России продлило действие программы субсидирования кредитов на покупку деревянных домов заводского изготовления до конца 2020 года. Соответствующие поправки вступили в силу 14 августа текущего года. В рамках данной программы при соблюдении ряда условий граждане могут получить кредит на приобретение деревянных домов заводского изготовления по льготной процентной ставке со скидкой 5 процентных пунктов от действующей на дату его выдачи ставки кредитной организации. А выпадающие доходы участвующих в программе банков по выданным на указанные цели кредитам возмещаются за счет предоставления им субсидий из федерального бюджета. Напомним, что по условиям программы размер кредита на приобретение деревянного дома заводского изготовления должен составлять не более 3,5 миллионов рублей, а срок действия кредитного договора, заключенного с банком, участвующим в программе, не должен превышать 36 месяцев. Кроме того, заемщик должен внести предоплату в размере не менее 10% от стоимости приобретаемого дома. И еще одно важное условие. Обеспечением кредита являются личные средства или имущество заемщика, а срок передачи дома заемщику по договору купли-продажи должен составлять не более 4 месяцев с даты заключения такого договора. Помимо этого, важно, чтобы предприятие-изготовитель, у которого приобретается дом, отвечал определенным требованиям. В минувшие дни в Туву прибыл действующий настоятель монастыря Дрипунг Гоманг, достопочтимый Гешел Харамба Лапсанг Яльцен. Первый визит представителей Дрипунг Гоманг в Туву состоялся в 1995 году. Тогда в монастырь поступили первые тувинские хураки. Все они были на полном обеспечении. Но в период с 2005 по 2007 годы появились проблемы с получением визы у тех, кто приехал на каникулы домой. А вернуться и продолжить обучение не смог. Проблемы с визой постепенно стали решаться с 2009 года, а в 2011 году его святейшество Далай-лама XIV обратился в правительство Индии и попросил разрешения на въезд студентам Дрипунг Гоманга. Первыми вернулись хураки из Монголии, а потом остальные. В Бурятии, например, ученую степень Гешел Харамба получил один выпускник монастыря, в Монголии два выпускника. А из Тувы тоже есть два человека, один из которых закончил 16 курсов и продолжил 6-летнее обучение, чтобы получить статус Гешел Харамба. А еще один наш тувинец окончил 15 курсов. Вообще из Тувы там сейчас обучается 15 человек. Еще одно новшество в Дрипунг Гоманге. Туда в скором времени можно будет ездить мирянам на 3- и 6-месячные курсы по изучению основ буддизма. В Туве продолжает функционировать 21 оздоровительный лагерь для детей, в том числе 8 стационарных с охватом 942 ребенка и 13 лагерей с дневным пребыванием с охватом 1279 школьников. В первую смену отдохнули около 10 тысяч детей. Вторая оздоровительная смена началась 24 июня. Было открыто 123 лагеря с охватом более 6,5 тысяч детей. Третья смена началась 5 августа. Всего запланировано к оздоровлению более 22 тысяч детей – в том числе на территории республики более 19 тысяч, за ее пределами 2912. В Республике Корея отдохнули 12 детей. На морских побережьях оздоровились 190 детей, в том числе 44 ребенка в Международном детском центре «Артек». Управлением Роспотребнадзора Тувы проведено 256 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 15 плановых и более 200 неплановых проверок. С проведением лабораторно-инструментальных исследований проведено 209 проверок. За нарушение санитарного законодательства составлено 211 протоколов об административном правонарушении, вынесено 118 постановлений с наложением административного штрафа на общую сумму 671,5 тысячи рублей. Отстранено от работы 7 работников пищеблока из-за положительных результатов обследования на носительство вирусных инфекций. Всего за летнюю оздоровительную кампанию заключено 419 договоров на поставку продуктов питания в детские оздоровительные лагеря с 70 поставщиками. Проведено 70 внеплановых выездных проверок. По итогам проведения работы составлено 63 постановления о применении штрафных санкций на общую сумму 360,5 тысяч рублей.
Торговые отношения между Россией и Казахстаном обусловлены большой протяженностью границ между странами, что позволяло взаимодействовать в плане экспорта и импорта товаров с давних времен. По статистическим данным, на сегодняшний день экспорт товаров в Казахстан увеличился более чем на 10%. При этом более 90% российских компаний не ведут экспортную деятельность. Поэтому вопрос развития экспортной деятельности всегда стоит в приоритете для Республики Тыва. Ведь открытие новых рынков сбыта товаров задает новую планку для предприятий малого и среднего бизнеса. С целью укрепления торговых отношений, обмена опытом ведения экспортной деятельности, в Туву прилетела делегация из Казахстана. В составе делегации представители различных компаний, ориентированных на поиск контрагентов и дистрибьюторов из республики. Большой интерес вызвали продукты эко-направленности и эко-туризма. Центр поддержки экспорта при Фонде поддержки предпринимательства организовала для казахских коллег и партнеров экскурсию по городу и в юрточный комплекс «Биохем» туристической компании «Золотая стрела». Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Ко дню воздушного флота России авиакомпания «Тува-Авиа» провела экскурсию для будущих первоклассников Кызыла. Накануне празднования Дня воздушного флота России авиакомпания «Тува-Авиа» посетила порядка 40 детей из подготовительной группы школы номер 12 города Кызыла. На экскурсии детям показали воздушные судна авиации, разрешили подняться на борт и даже посидеть за штурвалом. Экскурсию для маленьких посетителей провела заместитель директора по организации перевозок Ксения Фалилеева, которая знакомство с авиационной техникой начала с правил безопасности. На взлетно-посадочной полосе она обратила внимание детей и на рулежные дорожки, раскрашенные специальной разметкой для обеспечения безаварийного движения на аэродроме. В ходе экскурсии дошколята узнали о технических особенностях вертолетов и самолетов, представленных в авиапарке. А главным событием стало посещение вертолета Ми-8Т, где ребята могли почувствовать себя настоящими пассажирами и пилотами. Дети узнали, что надежный, неприхотливый и удобный в эксплуатации вертолет Ми-8Т может использоваться и для пассажирских, и для грузовых перевозок. Способен выполнить любые авиационные работы, как тушение пожаров или сопровождение туристических групп. На экскурсии в небо вертолеты дошколят не поднимали, но ярких впечатлений ребятам хватило и без этого. Выездная медпомощь на энтузиазме молодых врачей. По инициативе Совета молодых врачей на базе Сутхольской центральной районной больницы состоялось выездное медицинское обследование населения района. По призыву молодых врачей в акции приняли участие врачи из бригады губернаторского проекта «Маршрут здоровья» и республиканских медицинских организаций. Личным участием поддержали акцию также министр здравоохранения республики Орлан Дангак и провел прием по профилю нейрохирургия. Выезд организован безвозмездно за счет личного времени
времени участников акции при транспортной и технической поддержке Министерства здравоохранения. Орлан Донгак отметил, что пример молодых врачей оказался заразителен и захотелось поддержать, получить энергетическую подпитку от их энтузиазма и задора, выделив время и служебной командировки в район. Всего в течение дня врачами принято 223 жителя района, в том числе 40 детей. На врачебный прием смогли попасть все желающие. Некоторые приехали из ближайших сел и чебанских стоянок, благодаря предварительному информированию. В отличие от традиционных выездных приемов, в этот раз наряду с консультационной помощью проведены несложные хирургические операции, лечение зубов. Отметим, что ранее Совет молодых врачей с подобными акциями побывал также в Каахемском, Дзунхемчикском районах. В ближайшее время планируется выезд в отдаленный Мангунтайгинский район. В Судхоль врачи приехали второй раз. В Туве стартовал третий международный фестиваль «Хоумэй» в Центре Азии. В этом году в конкурсной части появились новая номинация – интерпретация. Теперь исполнители участвуют сразу в двух стилях – традиционном и миксе с современными стилями. Таким образом, участник может сочетать горловое пение с игрой на современных музыкальных инструментах – гитаре, баяне и так далее. Может использовать в своем выступлении другие жанры, а традиционное исполнение может сопровождаться только национальными инструментами. Фестиваль переходит на новый уровень. В этом году организаторы попробуют эту систему. Хедлайнерами фестиваля в этом году стали 6 исполнителей и коллективов. Среди них художник и экспериментальный музыкант из США Арингтон де Дионисо, участники из Японии, постоянные гости Тувы. Например, Киоси Магиками известен тувинским меломаном уже давно. Награждение обладателя гран-при состоится сегодня на площади Арата 19 августа. После торжественной части пройдет этнодискотека. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Переплата по займам? Такая маленькая. Совсем малышка. «Отличные наличные». Ну, очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Днем плюс 20, плюс 22 градуса. Переплата по займам? Такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.